Покупка, товар, услуга, человека купить, торговля продавать. Зачем вот сел ты хлеб и чаю выпил, и от полученного блага благодаришь в ответ на столько. Сколько, сколько хорошо, не по цене и прайсу, от души и всем прозрачна сделка. И видят люди, кто как вкладывает душу в продукт свой. И воли это дела, не рынок регулирует, но отношения. И не цена, но степень радости, совсем другой мотив. Сейчас несложно зарабатывать, соври стрекороба, и вот ты в шоколаде. На теле это средство, что по таланту твоему пришли. А бартер это тоже форма, лишь учета, ты не тебе чего-то не добрал. Я ж говорю за благодарность чистую, без привязи к количеству, а просто от души. Привыкли все к деньгам, ну пусть играют в деньги, но по-другому это словно лайк поставить. И если хорошо, то много, плохо меньше, так чтобы видно было остальным, как вкладываешь душу ты в продукт. Неважно, свитер это песня или хлеб, все от души делаю. Ведь и не жалко ничего, кому жалеть себе другому.